Бүгінгі халықтық тілші бір емес, бірнеше адам. Алматының іргесіндегі Талғар ауданына қарасты Еркін ауылының тұрғындары. Олар электр жарығы жиі сөнеді, әбден титықтатты деп шағым айтады. Себебін білу үшін жергілікті әкімшілікке талай барыпты. Бірақ атқарушы билік ат тонды алағашатын көрінеді. Айғағы ретінде мына бейне жазбаны жіберді. У нас в деревне нету уже 7 лет света стабильного. И я вас спрашиваю, вас касается то, что в деревне есть свет или нет, что ваши жители сидят без света? Вы нам сказали, делайте что хотите, вам все равно, перекроем мы поезд или что. Вам все равно? Я вас спрашиваю. Нет, вы почему уходите? Куда вы уходите? Не уходите. С вами человек разговаривает, вы его игнорируете. Да, почему вы меня игнорируете? Вы мне ответьте, вы как аким нашего поселка Еркина, можете ответить? У нас в деревне нету света, у нас в деревне воду не проводят, у нас, нет, у вас это не касается, у меня долга нет.